Работа транспорта экспрессного сообщения, которое в народе называют маршрутками и таксичками, в поле зрения областной госавтоинспекции попадает нередко. Нередки совместные с Брестгортрансом контрольные мероприятия по проверке их технического состояния. Давайте дальний. Повороты левый, правый, дворники. И контроль этот обоснован, что называется, доверяй, но проверяй, поскольку на безопасности людей не экономят. А нарушению перевозчиков более чем. Правила дорожного движения – раз. Перегруз авто, грозящий травмами пассажиров в случае экстренного торможения – два. Неисправность тормозной системы и рулевого управления, внешних световых приборов, наличие аптечки, знак аварийной остановки, огнетушителя – это и 3, и 4, и 5. С целью повышения уровня безопасности и качества обслуживания при осуществлении перевозок пассажиров на маршрутах экспрессного сообщения сотрудники госавтоинспекции совместно с представителями Брестгортранс провели осмотр состояния транспортных средств, задействованных для перевозки пассажиров на маршрутах экспрессного сообщения в городе Бресте. Еще одно немаловажное нарушение – отсутствие медицинского освидетельствования, страховки и незаконное техническое переоснащение транспортного средства, за которые могут не только оштрафовать, но и лишить лицензии. Водители маршрутных такси, садясь за руль своего транспортного средства, должны понимать, что они отвечают не только за свою, но и чужие жизни, а их самих ждут живыми и здоровыми дома. Поэтому они должны соблюдать абсолютно все правила и пренебрегать ими, ведь любой авось пронесет, может привести к беде. Тщательно все проверяется. Ну и по мере поступления жалоб мы, если где-то позвонили пассажиры или поступил нам сигнал, что с транспортным средством что-то не то, мы вызываем на предприятие транспортное средство и тоже осматриваем. Мы едем сперва, проверяем машину, едем, проходим техосмотр машины, механик проверяет, это есть допуски, потом проходим свое состояние, личное состояние. Ну, чтобы водитель был трезвый, выспанный. Врачи проверяют постоянно. Или давление, или проверяют этот вот. Давление проверяют. Смотрят состояние. Уставший водитель, не уставший, как отдыхал дома, все. Потом она ставит только печать на путевку. Ежедневно на городские линии выходит более 300 микроавтобусов. Экспрессным сообщением охвачены все микрорайоны Бреста. А расписание маршруток составлено с учетом пожеланий горожан, живущих в самых дальних точках областного центра. Поэтому каждому участнику дорожного движения стоит думать и о своей, и о чужой безопасности.